Дюссельдорфе. Фортуна боролась с Шальке. Мельхорн швырнул мяч в штрафную, где всеобщим замешательством воспользовался Панчев. 1-0 в ближней девятке. После перерыва Шальке пошел отыгрываться, но лишь создал оперативный простор Фортуне. Пол поля в три касания, и уже Зейлигер, спрятав мяч за мощным телом, мельком показывает его вратарю по пути в дальний угол. 2-0, победа хозяев. Теперь, после разгрома Юртингена со счетом 6-1, Бавария настигла Дортмунд. Правда, у команды Хитцфельда есть игра в запасе. За пару лидеров не идет никто, потенциально третье место у Ганзы, но ей еще нужно одержать две победы. Все прошлогодние лидеры по-прежнему внизу и ведут борьбу за выживание. Продолжение Бундеслиги смотрите в следующую пятницу.